Смысл данной акции заключается в том, чтобы пробудить русский дух в сердцах людей, у которых он еще спит. Организовывалось это спонтанно. Я на Севинфо, на нашем местной соцсети, случайно абсолютно подобрал идею. Кто-то ее бросил, эту идею, я ее подхватил и раскрутил. Знали чисто случайно, а пришли сюда, потому что Севастополь есть, был и будет российский. И мы на своей земле, и говорить будем по-русски всегда. И дети мои, и внуки. Мы патриоты России, и патриоты своего города. И не хотим жизни с фашистами, поэтому мы пришли сюда. Мы против фашизма, за воссоединение со своей исторической родиной, конечно, и пришли в поддержку людей, помогаем раздавать листки. Уважаемые севастопольцы, сейчас равнодушных, по-моему, в городе никого нет. Вы знаете, так хочется выразить свою солидарность со севастопольцами. Мы здесь выросли, здесь воевали наши отцы. И мы хотим жить в русском городе, в городе русской славы. Мы хотим называть своих детей Машами и Мишами, а не так, как нам Фарион где-то говорит, которая в Верховной Раде там законы принимает. Как нам надо называть своих детей? Мы мамы, мы бабушки. И поэтому мы хотим жить в мире и согласии. Мы хотим чтить память своего родного города, своих отцов и дедов, которые защищали этот город. И сейчас, русский народ, пожалуйста, посмотрите на нас. Мы вас любим, но мы хотим мира для всех. И для украинцев, и для татар. Абсолютно для всех. Как узнала об этой акции, меня просто остановили на улице люди и сказали: вы знаете, девушка, а в воскресенье у нас будет флешмоб на площади Нахимова, будем поднимать российский флаг. Пожалуйста, если у вас есть желание, приходите. Естественно, желание появилось. Естественно, я пришла. Потому что этот город, несмотря на то, что я не родилась здесь, я родилась в России сама, но в Севастополе я живу уже очень давно, считаю себя севастопольцем, я считаю этот город своим домом, и это тот город, за который я готова действительно сделать все, что угодно, что только от меня зависит. Я в Севастополе родилась и выросла, и все мои родня, и мой дед погиб в 43-м году на Микензевых горах. И мой дед прибавил себе 2 года и пошел в армию действующую. И воевал, и дошел до Германии. А теперь получается, что они враги. Их надо память стереть из наших мозгов и из наших сердец. Но этого не получится. И когда я получу российский паспорт, я буду с ним спать, понимаете? Потому что это будет самый дорогой документ в моей жизни. Россия! Россия! Севастополь! Севастополь! Севастополь!
пропитал меня Россия, и я поддерживаю ее полностью. И просто хочу вернуться домой, к своим предкам, своим корням. Так надоело уже то, что нам постоянно врут, обманывают. Наверное, я выскажу мнение большинства здесь присутствующих моих коллег, друзей. И скажу, что мы хотим жить в нормальной, стабильной, хорошей стране, то бишь России. Россия!